Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Сезон ремонтно-реставрационных работ в самом разгаре. Однако строительное ограждение вокруг Лежневской колокольни только появилось. Монтаж лесов еще не начат, а между тем срок окончания контракта 11 августа этого года. Разрешение на проведение работ подрядной организации было выдано еще в конце мая, но возникли сложности с организацией строительной площадки вокруг памятника. Затем скрылось еще одно важное обстоятельство. В основании 76-метрового памятника архитектуры образовались пустоты, которые привели к тому, что колокольня начала крениться. Кроме того, в последнее время объект культурного наследия стал представлять опасность для прохожих. Штукатурка и фрагменты кирпичной кладки падают с большой высоты. Из федерального бюджета на реставрацию колокольни направили почти 12 миллионов рублей. Но, скорее всего, этих средств не хватит на все. Объем работ предстоит внушительный. В первую очередь, это приведение объекта в надлежащее состояние, устранение его аварийности, ремонт фундаментов. На всем протяжении технологического цикла будет происходить замена перекрытий. Ну и в качестве конечного этапа это уже ремонт фасадов. Будем надеяться, что необходимые работы произведут не только в срок, но и качественно. К сожалению, не всем объектам культурного наследия повезло так, как Лежневской колокольне, и срок реставрации у многих неизвестен вовсе. О судьбе отдельных памятников архитектуры в нашей рубрике «Интервью». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Анна Сергеевна Рожкова. Анна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не так давно создан совет по охране объектов культурного наследия при губернаторе. Чем займется этот орган? Этот совет в первую очередь займется рассмотрением наиболее значимых проектов в сфере градостроительства. Не случайно в его состав вошли как представители реставрационных проектных организаций, так и главы трех наших исторических поселений, где особому вниманию и особому регулированию подвергается градостроительная деятельность. Также этот совет будет рассматривать профильные проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия, в том числе разработанные нашими инвесторами. В частности, например, на первое заседание совета мы планируем вывести проект Александра Александровича Широкова, направленный на привлечение инвесторов и меценатов к тем усадьбам, которые на территории Ивановской области расположены и, к сожалению, находятся в неудовлетворительном состоянии. Студенные ключи – один из реализованных проектов. На его примере Александр Александрович хочет создать практически целую программу, которая позволит потихонечку энтузиастов, неравнодушных людей привлекать сначала к вопросам благоустройства территории, объектов культурного наследия, затем непосредственно к проведению противоаварийных работ, работ по консервации, ну и как идеальный вариант это комплексный ремонт и реставрационные работы. Есть ли еще примеры в нашем регионе, когда люди готовы вкладывать свои личные средства в восстановление, да, общественных, может быть, зданий, каких-то памятников, да? В первую очередь, конечно, все заинтересованные собственники восстанавливают те объекты культурного наследия, которые находятся в их непосредственном владении и распоряжении. Ну, это достаточно, наверное, рационально и правильно с точки зрения эффективного вложения, расходования денежных средств. У нас есть такие ответственные пользователи, тот же самый Александр Александрович Широков, про которого мы с вами говорили, усадьба «Студенные ключи». У нас есть несколько объектов в Плесе, которые отреставрированы за счет средств меценатов и на добровольные пожертвования. У нас есть собственники объектов на территории города Иваново, в частности, на рабочем поселке, которые выкупили здание, находящееся в аварийном состоянии, практически полностью завершили комплекс ремонтно-реставрационных работ. Поэтому нельзя сказать, что ситуация в сфере сохранения объектов культурного наследия у нас уже настолько удручающая. Все-таки мы очень радуемся, что есть люди, которые подходят к этому ответственно. А какие планы на будущий год? Заявочная кампания уже сформирована, да? Да, действительно, в этом году закончился у нас срок подачи заявок. Мы подали около 35 заявок на 53 объекта культурного наследия на общую сумму более 150 миллионов рублей. Пока достаточно сложно спрогнозировать, какие из этих заявок будут удовлетворены, поскольку заседания комиссии, как правило, проходят в конце осени, зимой. Поэтому мы, конечно, надеемся, как и все субъекты Российской Федерации, на как можно большее количество удовлетворенных заявок. Но если в этом году мы повторим хотя бы результат прошлого года, это будет уже хорошо. Знаю, что еще подавали заявку на деревянную Успенскую церковь, чтобы разработать проектно-сметную документацию, но не получилось. Да? Какие перспективы? Да, к сожалению, в прошлом году наша заявочная кампания в этой части не увенчалась успехом. Естественно, в этом году мы повторили заявку, причем по двум направлениям, как в отношении объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, так и в отношении
отношении памятников деревянного зодчества, поскольку она относится и к той иной категории. Подготовили ходатайство от имени губернатора Ивановской области на министра культуры Российской Федерации с просьбой поддержать нашу заявку, а также организовали взаимодействие с Ивано-Вознесенской епархией с целью оказания ими содействия по вхождению этого объекта в тот перечень, который будет отреставрирован за счет средств федерального бюджета и денежные средства, на которые будут выделены в 2017 году. Но сейчас объект законсервирован или нет? В настоящий момент представителем собственника объекта, территориальным управлением Росимущества, организована разработка научно-проектной документации на проведение работ по консервации объекта. Мы ожидаем, что где-то в июне она поступит на согласование к нам, как уполномоченный орган, а сами работы по консервации должны быть завершены до 1 октября 2017 года. В этом году дом Курбатова постигла судьба, да, деревянной церкви, то есть уничтожил огонь этот памятник. Какая там ситуация, выяснили ли причину пожара и что будет дальше? Я вас немножечко уточню, не уничтожил, да, и как объект культурного наследия федерального значения церковь Успения существует у нас, так и региональный памятник дом Курбатова тоже существует. Он, к сожалению, находится в аварийном состоянии, но, тем не менее, как объект продолжает существовать. В настоящий момент органами дознания проводятся следственные действия по установлению виновных в данном факте, причем эти следственные действия проводятся как органами МЧС, так и органами полиции. А вместе с тем, по мнению наших ведущих реставраторов, объект может быть комплексно отреставрирован. Естественно, в первую очередь он нуждается в проведении первоочередных противоаварийных работ и консервации, и в дальнейшем уже непосредственно реставрации. А те особенности, которые составляли его предмет охраны, в части объема, они сохранены и, собственно говоря, могут быть воспроизведены практически идентично тому, что существовало. Я правильно понимаю, собственник должен, да, заплатить, да, за все это? Да, в настоящий момент действующее законодательство не содержит иных альтернатив, кроме как на возложение этих обязанностей на собственника. Какая позиция у хозяйки дома? Достаточно сложная, наверное, не случайно родилось исковое заявление на тот момент еще Департамента культуры и туризма Ивановской области о принуждении собственника к проведению работ по сохранению. В настоящий момент это исковое заявление находится на рассмотрении во Фрунзенском районном суде. Рассмотрение дела отложено в связи с назначением судебной экспертизы. И я думаю, что несколько нам преждевременно до вынесения решения суда что-то комментировать. Ждем. Есть еще в городе такой непростой объект, дом Пуля. Да, разговоры то утихают, то вновь возникают, что вроде бы снесут или не снесут. Какая ситуация здесь? Здесь нам достаточно сложно комментировать, поскольку с 2014 года этот объект исключен из реестра объектов культурного наследия и несколько выпал, да, из епархии Комитета Ивановской области по государственной охране как уполномоченного органа. Он находится на территории достопримечательного места местного муниципального значения, поэтому, в принципе, в настоящее время собственник требованиями и ограничениями законодательства 73-го федерального закона никоим образом не ограничен. Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с предметом охраны достопримечательного места, даже в том случае, если будет принято решение о сносе остатков объекта капитального строительства уже, то строительство какое-либо на данном месте запрещено. Есть еще у нас такая усадьба Севрюгова. Обрела ли она своих хозяев? Потому что знаю, что передавали на баланс муниципалитета, да, ее? Действительно, у нее очень непростая судьба. Она меняла многократно и собственников, и пользователей. И только на основании решения суда была изъята из пользования Министерства образования науки Российской Федерации, передана в казну Российской Федерации, то есть Федеральному агентству управления имуществом. В настоящий момент объект передан в собственность муниципального образования. Между ним и потенциальным инвестором и собственником этого объекта заключено соглашение, в соответствии с которым он обязуется поддерживать его в своеобразном надлежащем состоянии. Вы знаете прекрасно, что за счет собственных средств были проведены противоаварийные работы, объект законсервирован, то есть не ухудшать его состояние. Я думаю, что окончательно его судьба будет определена по итогам заключения инвестиционного соглашения, которое планирует, да, строительство на территории городского округа Кинешма, поскольку именно функциональное назначение усадьбы Севрюгова был одним из административных корпусов строящегося завода полиэфирных продуктов. То есть что там будет, офисы какие-то? Или... Несколько вариантов, которые нам озвучивали, начиная от образовательного центра, заканчивая местом размещения сотрудников, научных сотрудников указанного учреждения. Поэтому пока достаточно сложно определить. В любом случае, сам объект культурного наследия не будет изменен, его предмет охраны, да, никакие работы на нем не будут проведены без соответствующей научно-проектной документации, без согласования, полученного в комитете.
Я, насколько помню, уже такая документация есть, да, проект? Да, действительно, за счет средств федерального бюджета в 2016 году была разработана комплексная научно-проектная документация на проведение ремонта реставрационных работ. Она получила положительное заключение экспертизы за наше согласование. То есть, по сути своей, по итогам определения ответственного пользователя уже можно получать у нас разрешение и приступать к работам по сохранению. Спасибо большое вам за беседу, было очень интересно. Спасибо вам за приглашение, надеюсь, не последний раз. Существуют монеты, которые невозможно носить в кошельках, они просто-напросто туда не поместятся. Для перевозки квадратных монет плат даже использовали специальные санки. Посмотреть на них можно в шведских музеях. А чтобы увидеть своими глазами увесистые монеты, за границу ехать не надо. Достаточно прийти в Ивановский музей промышленности и искусства. В экспозиции представлены шведские и российские деньги в виде прямоугольных медных пластин различного номинала. Оформлены платы достаточно просто. По углам королевские штемпели, а в центре номиналы места изготовления. Монеты-платы и вообще платы появились вследствие того, что в Швеции был недостаток серебра для крупных монет, выпуска их, а было очень большое количество меди в Авесте, в таком центре медного дела. Монеты-платы стали выпускать в Швеции в середине 17 века. Их номинал соответствовал стоимости металла, из которого была выполнена та или иная монета. Один даллер, например, весил более килограмма. Здесь представлена еще у нас монета-плата 4 даллера. Она весит около 3 килограмм. То есть они были достаточно серьезные по весу и размеру. Причем они были не только солидные по весу и размеру, они еще были серьезные в оплате. Как говорят, имея 10 даллеров, можно было купить стадо коров. В России редкие ныне монеты-платы номиналом от копейки до рубля были в обращении при Екатерине I с 1725 по 1727 год, хотя сама идея принадлежала Петру I. Эти деньги из обращения быстро изъяли и переплавили. Стоит отметить, что коллекция плат в музее Бурыльна крупнейшая в стране после Эрмитажа и Московского исторического музея. Вот такая история. Постоянной рубрике «Мастерская». На этот раз мы расскажем вам про студию моды «Искусница», где юные мастерицы начинают с первых робких стежков и учатся делать сложнейшие вышивки, головные уборы и даже обувь. Образцовый коллектив студии моды «Искусница» был создан в 1993 году на базе гимназии номер 3. Руководит этой студией Марина Чупина. Именно она на протяжении многих лет учит детей всему, что умеет сама. Начинается все с азов, изучение свойств и видов тканей. Девочкам рассказывают и показывают, как кроить, строить чертежи и шить. Работа с коллекциями, с костюмами, она предполагает полное создание от головы до ног, поэтому, выпустившись из этой студии, мы буквально умеем практически все. То есть мы уже делали сапоги сами вручную, мы делали шляпы, мы делали вышивки. И это все как бы у нас отложилось в голове, и умеем мы очень-очень много сейчас. Учат здесь и самому сложному – подбирать одежду для себя, видеть, что идет, а что нет, и шить вещи так, чтобы они действительно нравились. Обязательно учим и конструировать, и моделировать. Конструирование, то есть они строят чертеж, каждый индивидуально на себя. Потом моделируют ту модель, которую они захотят шить. Это и блузки, и брюки, и платье, и то есть вся одежда верхняя, легкая одежда. В год студия моды создает 3-4 коллекции. Все, начиная с эскизов и подбора ткани, делают юные мастерицы. Конечно, не без помощи Марины Ивановны. Это коллекция «Северное лето». Мы ее делали в том году, но она сейчас тоже так же актуальна, как нынешние коллекции. Вот представлен костюм по этому эскизу. Основная идея, скорее всего, передавать мотивы северных народов, которые были раньше. Использовались меха, как вы видите. Очень много было ручной работы. Это вышивка бисером.
из лоскутных материалов. Также мы в этой коллекции делали сами обувь, также на обувь пришивали меха, что было очень сложно. Коллекция «Гости из будущего» – одна из последних. Она создана в год экологии и сделана из нетрадиционных материалов – утеплителей для труб, пластиковых бутылок и крышек. Эту коллекцию было достаточно трудно делать, но мы справились. Сначала делали лишь вот эти все корсеты из утеплителей для труб, потом уже вставлялись пластиковые вставки и украшения, потом уже в конце декорировалось все это. Мне кажется, из всех коллекций это очень необычная коллекция на данный момент. Всем очень интересно, даже когда мы проходим, все спрашивают, что это, как это, и она очень, мне кажется, красивая и необычно выглядит. Сейчас искусницы готовятся к фестивалю моды «Пес на Волге. Льняная палитра». Там они покажут коллекции «Гости из будущего» и «Душечки и игрушечки». Кубков и дипломов у коллектива много, в том числе с международных показов. Ну а высшая награда льняной палитры у коллектива еще впереди. Театральный сезон, хотя и завершился, актеры еще не ушли в отпуск. У артистов началась жаркая пора гастролей. Ивановский музыкальный театр, например, снова съездил в Тулу. О впечатлениях, которые оставила эта поездка, в нашем следующем репортаже. Неделю наши артисты радовали жителей Тулы своим творчеством. Если раньше ивановцы привозили в основном классические спектакли, такие как «Цыганский барон», «Летучая мышь», «Марица», то на этот раз основу репертуара составили мюзиклы. Премьера этого сезона «Легенда», «Алые паруса», «Однажды в Чикаго». Также туликам показали «Свадьбу в Малиновке» и «Фроскиту». График гастролей был плотный, по два спектакля в день. Тула очень театральный город, там и филармония своя, академический драматический театр свой замечательный. Вот, там публика строгая достаточно, вот. Но оперету они любят, мускомедию они любят, вот. И мы им еще сейчас показали и мюзиклы, и в этом смысле после каждого спектакля они очень долго хлопали, не отпускали нас со сцены. В общем, это был показатель. В Тулу Ивановский музыкальный театр уже ездил неоднократно. Там даже есть свои поклонники. Как рассказывает руководство театра, в Туле очень обрадовались, что на этот раз приехали молодые солисты. Если на первых спектаклях, ну, будем говорить так, не полный зал, то начиная уже вот с третьего спектакля, зал был полный, зал был битком, и нас еще раз пригласили. И это очень приятно. А потом я хочу отметить, что музыкальный театр относительно других театров еще ни разу не пропускал, чтобы летом у нас не было гастролей. А гастроли – это всегда экзамен и для труппы, потому что вот мы приезжаем в другой город, и мы для города все одинаковые. И молодые, и мастера, и все. Дальше все расставляют акценты уже зрители, расставляют город. Вот там все встает на свои места. И это проверка, это экзамен и для театра, и для труппы, тем более для молодых артистов. Уже осенью артисты Мустеатра отправятся на гастроли в Дзержинск. Параллельно начнутся репетиции над новыми спектаклями. Открытие очередного театрального сезона артисты подготовят премьеру. Какую именно, пока секрет. А на Новый год маленький зритель ждет современная версия сказки «Принцесса на горошине». На этом все. Очередной выпуск программы «Культурный слой» смотрите ровно через две недели. До новых встреч!